Да. Ну, у нас здесь репродуктор, диван, остальное видите сами. Предположим, я Виктория, миловидная девушка, мне лет 20. Я вхожу в свой номер, на ходу я снимаю плащ, туфли, беру со стола книжку и начинаю читать. Вам стучат. Ко мне? Я прошу прощения, я тоже вот любитель Вампилова, так сказать. Там дальше стук идет. Ага. Спасибо. А вот попробуйте, пожалуйста, постучать. Вот вы, молодой человек, можете постучать? Да, неплохо, но нужно посильнее. Вот вы попробуйте посильнее. Да, я. Я? Не, вы. Я. Ну, давай, пробуйте. Не, не очень. А вот вы. Я? Да. Ну, надо сильно. Нет, не надо, по-моему, где стучать? Мужчину? Ну вы же не против, да?
Нет, как все не просили. А что мы сделаем с... А, я там пиджак видела, сейчас я прикрою. Слушайте, ну я поняла, что вы нить уловили. Если у меня вообще не получится, мы вас позовем, хорошо? Спасибо. Спасибо вам огромное. Так, сейчас все то же самое. Готово, да? Значит, давайте музыка. Свет. Я открываю дверь, и в дверях появляется Потапов. Сухощавый мужчина лет 30, на нем футболка, пиджак, брюки. И вы знаете, он сейчас явно чем-то раздосадован. Ради, дай! Дай мне ради, мне матч идет! Ты понимаешь, мне ради нужно! Да я так ради! Мяч у Хусаинова! Женщина в желтых, хорошо сидим! Он передает его Янкину! Янкин переходит на давай. Ну! И от вас, и отчины, вот уже атаку начинает Шалимов. Шалимов ведет мяч! Мяч снова у Хусаинова, не в сторону команды Торпедо. Здорово играет Ашот, но нет! Слушайте, можно я орать? Мы все прекрасно слышим вас. Что так кричать, я не понимаю. Спокойно, поспокойнее, у вас все хорошо, только спокойно. Можно не свистеть. Свистло, продай. Отними. Давай, давай, погоди. Далекие пути, на берег был отпущен экипаж, ваш.
вернетесь обратно. Дорогая моя, вы только не расстраивайтесь. Знаете, в театре оно так бывает, что на место одной плохой актрисы приходит другая хорошая актриса, да. Ну вы там посмотрите себе какую-нибудь другую роль, например, шум за сцену, да, хорошая роль. Там не сценические персонажи какие-то. Нет. Кто будет стоять молчать? А вы скинетесь? Да, да. Пусть Борисовна играет. Да? Ладно. Я скоро приду, я буду ждать. Вы не расстраивайтесь, пойдем мы с вами, знаете, что выучим? Конец связи. Есть такой звук пи-пи-пи. А вы знаете, я уверена. Ну, здрасте. Ну, я Виктория. А я Богдана. А я знаю. Да? Да. Ну что, давайте потанцуем уже, а? Может, потанцевать? Да нет, мы сейчас с вами по-другому потанцуем, я вас сейчас научу. Давайте, руки мне на талию кладите. Ну, на талию. Левую ручку повыше. С удовольствием. Вот это левая. Да вы что? Да? Повыше. Повыше. Молодец, вы талию нашли. А в это время в дверях появляется Семен Николаевич Калош. Ему около 60, он лысоват, круглый и вальяжный. При этом голова его постоянно чуть откинута назад, брови сдвинуты, а глаза слегка прищурены. Одет он в хороший темный костюм, который сидит на нем, впрочем, довольно мешковато. И прежде чем заговорить, он критически осматривает присутствующих. Товарищи! 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 Товарищи, 11 часов! Посторонних прошу покинуть помещение. А здесь посторонних нет, здесь все свои. Ничего не знаю, товарищи. Согласно распорядку, ровно в 11 все расходятся по своим номерам. Нет, понимаете, тут такое дело. Дела, товарищи, будете обделывать завтра. А сегодня по своим номерам. Хорошо, он уйдет. Давайте, товарищи, давайте. Да уйдет сейчас, уйдет. Предупреждаю. Я проверю. Будем ждать. И что, из-за этого проходить? Так, вы не поняли, да? Смотрите. Мы сейчас с вами радио сделаем потише. Дверку закроем, все обойдет. Так, 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 так! Хотели закрыться, да? Ну вы не понимаете, да? Ну, у товарища просто радио сломалось. Сейчас футбол послушает и к себе потом пойдет. Футбол? Да. Совершенно верно, футбол. Футбол, то есть да. Вы это вот называете футбол? Да, но вот это вот называем футбол. Нет, нет, футбол это игра. Ну футбол! Да, да, футбол! Да, футбол! Вы не понимаете, что такое футбол, да? Я! Понимаю! Я, товарищи, все понимаю! Я уже не маленький! Что именно вы понимаете? Да то! Сами понимаете, что? Что? Да то! Что? Что? Товарищи! Что дураков вы тут не ищите? Футбол! А дверь на ключ! Для чего закрывать, если футбол? Да от вас мы закрылись! Да, представляете, от вас, чтобы вы тут не ходили, не мешали. Не мешали, вот и я. Пришла рано утром, чуть позже 6. Ты ушла рано утром, где-то чуть позже 6. Бесшумно оделась, посмотрев на часы. На пачке лама, на царапах, прости. На подушке осталась пара длинных волос. На подушке осталась пара светлых волос. И почти машинально, что ты скажешь, басист?
Хотите послушать? Нет. Да хотите.
хотите. Слышите? Нет, знаете, как-то не я. Вы еще послушайте. Слышите? Да, у вас там что-то не так. А у вас как? У меня все нормально. А можно я послушаю? Меня? Ну вы же у меня послушали. Ну я не хотела, знаете. А я хочу. Ну это ваши проблемы. Я слушаю. Что происходит? Пошел вон, сутенер. Да, помогает. Купишь новый себе. Ну, слово мне понимаете, значит, надо его поднять. Мы так. Подождите, вы так не спешите, у вас грыжи нет? Нет. Все, слава богу, поднимайтесь. Давайте по ступенькам. Нет! Господи, не дай мне подводить. Давайте. Значит, нам надо его поднять на диван. Мы просто хрупкие, мы бы так ну, не только просили. У нас правило, вот под подмышки вы берите. Да, под подмышки берите. Крепко держите, потому что мы у нас хрупкие. Подождите, один. Три, два, один. Оп! Оп! Переверните головой сюда. Ой-ой-ой. Господи, какой тяжелый. Аккуратно. Все. Михаил, подождите, так просто не уйдете. Давайте поаплодируем Михаилу. Он так и хорошо. Вы чем-то специально занимаетесь, да, что там вы физически плохо? Нет. Нет? Ну, покажите, мне кажется, вам надо. Скажите свои любимости. Меня ж только судьба остановила. И досталось мне в итоге
Лиса, Тайга и Митранбаш. Я, знаете, чего больше всего в жизни боялся? Знаете? Начальство. И Бога. Начальство. Я так боялся, что когда сам начальником стал, да я себя бояться начал. Сижу, бывало, в своем кабинете и думаю, как бы мне самого себя под суд загнать. После, конечно, привык, да ну, по сути, я всю жизнь и прожил вот в этом нервном напряжении. Дома еще бывало ничего, а на работу приходишь и начинается. С одним одно изображаешь, с другим другое. Одним словом, я только сейчас понял, что я полной грудью дышать начал. Я только сейчас, перед самой смертью, понял, что я жить начал. А что в итоге? Умираю. Боль. Дай сюда. А кто во всем этом виноват? Кто? Я. И жена моя. И Митранбаш. Я во всем виноват. Все, свет выключите, я все сказала. Семён, да очнись ты! Да, нахуй, я же, прикиньте! Какой счёт? Какой счёт? 5-0, я не выиграю! 5-0! Да, не выиграю! Слушай, спасибо. Ты меня прости, сейчас склею. Ты прости меня. Вновь распутал.
спускаются цветы, и на балкон выходишь ты, а сердцу хочется любви, а сердцу хочется любви. Такой большой, настоящей, душа от радости поет, куда-то манит и зовет, и каждый день чего-то ждет. И вот в один прекрасный день, когда ты шла по тротуару, мы познакомились с тобой, и я теперь тебя влюблен. Как ты выходишь на балкон, я достаю аккордеон, а Алексей берет гитару. Так каждый вечер с ним вдвоем мы серенады под окном тебе играем и поем. Отчего, почему, вряд ли кто объяснит. Взгляд твой манит к себе меня, словно магнит. И готова открыться мечты загадочная дверь. Ведь ты давно должна понять, что от любви моей тебе, тебе не спрятаться, не скрыться. Я прикоснусь к тебе рукой, и каждый вечер под луной мы будем счастливы с тобой. Я прикоснусь к тебе рукой, и каждый вечер под луной мы будем счастливы с тобой. Я прикоснусь к тебе рукой, и каждый вечер под луной мы будем счастливы с тобой.